Доброго здоровья вам всем, друзья! В самом начале этого ролика я хочу поблагодарить вас всех. От всего сердца, от всей лохматой души. Спасибо за наши жизни. Спасибо за наши сытые дни. Ребята, невзирая на все трудности, на то, что конец месяца, и мы все почти без денег, ребята, вы все-таки смогли. И мы собрали на корм. Собрали немного, всего на 6 тонн. Ну, ребята, этого хватит, чтобы нам продержаться дней 10. Мои дорогие, Господи, спасибо вам. Спасибо, мои родные. Спасибо за то, что мы сыты. Пусть еще неделю, две, но мы сыты. Спасибо вам, ребята. Мой самый низкий поклон вам, друзья. Доброго-доброго вам здоровья. Спасибо за корм. Спасибо за вашу помощь. Спасибо за то, что отозвались и не бросили нас. Господи, родные мои, спасибо. Спасибо вам. Деревянный короб, туда много песка со всех сторон. Потом поверх деревянного короба положим еще железо. И только потом насыпем сверху гравий. Не волнуйтесь, ребята, я видела, как делают. Мы сейчас сделаем хорошо. Так, ну что, ребята, главное, электропровод не заденьте. Вон, видите, какие полные траншеи. Мы их сейчас перекрыли. Сейчас отсюда все уйдет туда. А здесь, ребята, мы уже включили насос. И он у нас откачивает. Сейчас, ребят, покажу. Так, ребята, а здесь мы, видите, включили насос. Насос у нас уже здесь яму откачал. Сейчас мы там перемычки снимем. И все. И дальше, ребята, мы сделали, углубили лесную траншею. Мы ее углубили. Вот лесная траншея идет. Вот она, видите? Еле видно. Мы ее углубили и по периметру леса до километра на 2 туда уйдем, чтобы вода уходила по периметру леса. Заодно это и противопожарная траншея леса. Мы ее не трогали. Мы ее просто углубили. Удобно и нам, и лесу. Вторая труба. Делаем уклон. Под трубу, ребята, песок под трубу. Так, ну что там? Ой, боже мой. Сейчас еще одну трубу положим. Еще одну трубу, ребята. И тогда уже будет полегче. И уже, надеюсь, тонуть не будем. Это вторая часть приюта. Мы только отгородили территорию и сейчас рассаживаем малышей. Это защита от солнца пока. Здесь малыши, они спят. Это у нас три ряда новых вольеров. Привет! Да хорошие мои, хорошие. Старушка. Ребята, сегодня расширили вольер. Убрали. Все отсюда убрали. И сделали один большой. Да, сделали один большой. Было два маленьких. Теперь у нас один большой. И, ребята, вот так постепенно мы делаем новые вольеры. И рассаживаем собак, чтобы вольеры были небольшие, ну, маленькими не были. Так что, мои хорошие, да-да-да-да, радости больше. Вот такой большой вольер посадим старичков. Вот так моются вольеры малышей.
когда жарко, стараемся вымывать каждый вольер. Вот здесь хорошо в пяти. Эй, малышня, выходи. Отлично. Сейчас я немножко туда еще воды. Налей туда еще немножко воды. Вон тот угол грязный. Просто, чтобы чище было, чтобы ничего... В самый угол. И вот здесь с краю, да. Все. Закончили натягивать здесь. Вот самые последние наши вольеры. Закончили затягивать. Там крыша, там не надо. А вот здесь натянули сетку до самого конца. Плюс с этой стороны натянули сетку до самого конца. Тихо, мои хорошие. Здесь тоже, ребята, вольеры, которые заселенные, натянута сетка. Здесь строят два вольера. Ну что, ребят, вчера заставила ребят, и мы сделали вот такой маленький кошатник для малышей, для деток. Потому что котят много, все больные, ребят, и лечить их надо на свежем воздухе. Это те, кто у нас выздоравливают, тяжелые, но выздоравливают. Вот наши, забрали их из клеточки, перенесли. Вот, этот ребенок еще с глазками плохими. Ну что, ребята, еще один детский сад. Правда, небольшой, но ничего, мы сделаем. Ребята, как только у нас появится немножко стройматериалов, мы сделаем хороший детский садик. А пока, ребята, ну что, получается? Дай-ка я попробую здесь. А пока, скажи, ребята, сделали вот так. Так, вон так. Там. Да? Там. Это летний вариант, ребят. Вот так мы сделали для кошек выгул. Пока такой, ребята. Другого пока все равно нет. Это из того, ребята, что есть, из кусков, какие мы находим и делаем. Сейчас дверцу закроем. Саша, здесь нужен внутренний шпингалет. Обязательно, слышь, прикрути. Шпингалет внутренний. Вот видите, специально сделано вот так. Вот они здесь лежат. Здорово, смотри, как хорошо. Ну, смотри. Погуляйте немножко, да, мои хорошие. Смотрите, как у вас хорошо. А, маленький, видишь, как здорово. Большой-большой выгул. Под навесом. Ребят, еда, вода. Идите сюда, мои хорошие. Мы на капельнице, ребята. Мы лежим на капельнице. Хвостик поправь. Ребенок просто скелет. Капаем очень медленно, поэтому ребенок в клеточке, чтобы ограничить ему расстояние. Да, капельничка здесь. Да, маленький, лапку при. Здесь у меня капельница. Где капаемся, мои хорошие? Здесь другие. Здесь у нас малыши. На улицу. Дверь все время открыта. Если холодно, включаем отопитель.
что-нибудь об этом мусор. Там вот вода, здесь вода есть. Тетя Валь, вот очередной подарок. Друзья, лохматая душа – это дело, созданное нами, всеми вместе нами. Друзья, не дайте погибнуть тому, во что мы вложили не только свою душу и свое сердце, но и свою помощь, свое милосердие, свое сострадание. Друзья, лохматая душа перед вами. И только вместе мы сможем выжить.